Бусидо. Путь воина. Пара Анджо Ямазаки против наших Виктора Зангиева и Салмана Хасимикова. Здесь даже не надо приближать камеру, чтобы понять, что наши ребята, да, в синих трико. Виктор Зангиев сейчас на ваших экранах. И, очевидно, он будет начинать. Салман Хасимиков, 40-летний человек-гора. 6 футов и 1 дюйм его роста. А Виктор Зангиев помоложе, ему 34, 6 футов, 3 дюйма. Его рост 250 фунтов вес. Но если вернуться к Хасимикову, то он обладает всеми абсолютно титулами в мире рестлинга. Виктор Зангиев тоже был чемпионом в каждом международном соревновании. Так что у нас довольно-таки сильная команда в плане именно борьбы. А это уже соперники наши. Казуо Ямазаки. Опытнейший боец Бусидо. Он из Токио, ему 31 год. Вес этого парня 230 фунтов. Его напарник Йоджи Анджо. Он родом из Сайтамы, ему 26 лет. Кстати, Анджо не менее опытен, чем Ямазаки. Так что тоже очень неплохая команда. Но будем, естественно, болеть за наших. Кстати, если вернуться к одиночным поединкам, то Йоджи Анджо встречался с Зангиевым именно в одиночном бою. И одержал победу, кстати говоря, с помощью болевого приема. Однако, возможным это стало за счет серии эффективных ударов ногами. Но Зангиев, думается мне, извлек уроки из того поражения. И вот, смотрите, ушел он от удара и сразу же прошел вниз. Виктор перешел на удушающий прием. Великолепно. Виктор Зангиев. Здоровый парень. По крайней мере, психологическое преимущество сейчас уже у него. Ему первому удалась неплохая очень атака схода. Бросил сейчас Анджо. Ох, как Виктор выкрутился. Вы видели, с помощью борцовского мостика просто сбросил с себя Йоджи Анджо. Интереснейший бой. То ли еще будет, когда на ринг выйдут Хасимиков и Ямазаки. А вот Анджо пытается провести болевой прием, но не очень-то он ему удается. Ага, вот попытка болевого в исполнении Анджо. Кстати говоря, Йоджи Анджо считается одним из лучших японских знатоков болевых приемов. И вот он сейчас это подтверждает в очередной раз, что любит и умеет делать болевые. Но Виктор Зангиев тоже не лыком шит. Ох, как хорошо сейчас. Виктор сейчас очень хорошо зажал ногу Йоджи Анджо. Счет изменился, и изменился он в нашу пользу. Это уже радует. Пора меняться. Нет. Смотрите, не передают эстафету. Ни японец, ни Виктор. Ну что, надо было бросать посильнее. Не очень получился бросок прогибом через себя у Виктора. Смотрите, Йоджи Анджо пытается Виктора взять на болевой. Не удается. Ну и Виктору пора. Все. Смена эстафеты. Не отпускает Виктор. Ну что ж, неужели Виктор Зангиев в данном случае послужил разменной монетой в этом бою и призван вымотать соперников, чтобы затем отдать пальму первенства и право одержать победу Салману Хасимикову. Я, честно говоря, не склонен в это верить.
поскольку Зангиев сам по себе очень-очень хорош. Сейчас Виктор так бросил взгляд на Салмана. Показал, что, в принципе, еще готов бороться, еще полон он сил. И Салману Хасимикову остается разминаться. Не так легко будет сейчас Ямазаки бросить Виктора. Ну вот то, что сейчас произошло, это нельзя назвать успешным действием со стороны Ямазаки. Тем более, что Виктор перешел в контратаку. Но рука Виктора... Рука Виктора сейчас в захвате. Да, пришлось Виктору дотронуться до канатов, поскольку было бы очень опасно. Ну что, пора, наверное, передавать эстафету Салману Хасимикову. Да, и вот сейчас будет весело. Сейчас будет весело, потому что, как ни крути, Виктор Зангиев был немножечко уставшим уже к моменту выхода Казуо Ямазаки на ринг. А сейчас свежий Салман Хасимиков пропустил пару ударов ногами от Казуо Ямазаки. Но вот уже успешно. О, хорошо как! Вот молодец, Салман! Кстати, Хасимиков пятикратный чемпион мира. Пятикратный. Вот только представьте себе, друзья мои. Его техника защиты выше всяких похвал. Он прекрасно разбирается в том, что нужно и как нужно делать на борцовском ковре. Но здесь немножечко по-другому борется в борьбе Бусидо. Ох, как хорошо! Салман сейчас бросит Казуо Ямазаки. Будет не очень легко Казуо справиться с Салманом Хасимиковым. Но здесь, как известно, цена одной ошибки очень велика. Главное не раскрыться и не позволить провести сопернику болевой прием. Хотя видно, что наши значительно мощнее. Вышел Йоджи Анджо. Ох, пропустил Салман Хасимиков удар и в лицо, и по ноге. Но это должно его разозлить. Не может он никак схватить Йоджи Анджо. Вот получается. Да, получилось схватить Йоджи Анджо. Что будет делать? Пытался провести имитацию удара ногой. Анджо этого немножечко испугался. И Хасимиков начинает вязать ноги Анджо. Ох, как здорово! Ох, как здорово. Ну что, Йоджи Анджо? Вы посмотрите, что Хасимиков делает с его ногами. Пока еще не сдается, но видно, что из последних сил держится Йоджи Анджо. Из последних сил. И продолжает крутить его Салман Хасимиков. Сколько же силы в нашем русском медведе. Вывернулся Йоджи Анджо. И что, и надо ползти, передавать эстафету. Да, сейчас Салман Хасимиков провел великолепный отрезок. Выиграл свой микроматч у Йоджи Анджо вчистую. Ой-ой-ой, смотрите, что творит. Но наши просто красавцы. Просто красавцы. Преимущество колоссальное. Пусть, конечно, это не отражается в баллах на табло, но тем не менее... Одно то, как они борются сейчас на ринге, достойно всяческих похвал. Мне кажется, Виктор Зангиев легко очень уйдет от этого захвата. Ну, как максимум, воспользуется помощью канатов. Не так-то страшно. Сейчас Виктору надо сделать правильно. Нужно было сделать кувырок и выпрыгнул. Вот это зрители любят. Вот это зрители любят. А Йоджи Анджо остается только сетовать на себя, на свое невезение, называйте это как угодно. Виктор хорош. Вот вам, пожалуйста. Виктор как бы поговорит зрителям, вы хотите эффектных приемов? Пожалуйста, получите. Удастся подсесть Виктору под Ямазаки или нет? Эх, не удалось подсесть, не удалось бросить его. Виктор дотронулся до канатов. Не очень-то приятный момент сейчас был у него. Но хорошо то, что хорошо кончается. И еще раз попадает Виктор на болевой прием.
Ну да, пора, наверное, передавать эстафету Салману Хасимикову. Ох, по-моему, судья получил там по хребтине, нет? По-моему, именно это и произошло. А ведь злить Виктора Зангиева не рекомендуется. Ну, такие броски для Виктора Тегеру, да. Может быть, я выдаю желаемое за действительное. Может быть. Вы посмотрите, какой мост. Прямо образец. Ногой на канат. Ну что? Слышно было, как Семейков сейчас говорит. Нога на канат. Да. Дотронулся Виктор ногой до канатов. Ну, и это тоже умение. Вовремя передал эстафету Зангиеву Хасимикову. И Хасимиков вышел на ринг против Йоджи Анджу. А Анджу, я думаю, уже немножечко будет бояться, поскольку мы помним то перекрестие ног, тот захват сумасшедший. Ох, бедный Анджу. Хотя уже дотронулся до канатов давным-давно. Судья не так-то просто будет расцепить руки Салмана. И так ведь можно было и голову оторвать. Да. Йоджи Анджи сейчас не позавидуешь. Хотя Анджи что-то там пытается призвать к порядку. Но я думаю, что сейчас Салман должен разозлиться. Ой-ой-ой-ой-ой. Надо передавать эстафету. Надо передавать эстафету Виктору Зангиеву. Хотя вот такие поступки не красят японцев. Думаю я, что сейчас Салман Хасимиков уже покажет Йоджи Анджу. Хотя Анджу говорит, мол, отвали с ринга. Отвали с ринга, мол, хочу драться с Зангиевым. Хасимиков не позволил ему это сделать. Но здесь уже личные счеты начнутся. И при следующем появлении Йоджи Анджу на ринге Хасимиков обязательно выйдет. Разозлили все-таки Салмана японцы. И это может быть очень чревато. Посмотрите, захват ноги с угрозой излома колена в области коленной чашечки. Чрезвычайно болезненный прием. И сейчас еще одну ногу Хасимиков закрутил. Да, и только канаты сейчас спасли Ямазаки. Немножечко зол на себя Салман Хасимиков, что не удалось ему прием провести успешнее, чем это было сделано. А вот сейчас Ямазаки будет в действии. Удалось ему перевернуть Салмана и взять на болевой прием. Ну и что сейчас будет происходить? Давайте посмотрим. Да, потянулся Салман Хасимиков в сторону канатов. Да, удалось совершенно спокойно, удалось Салману дотронуться до канатов. Может быть, имеет смысл передать эстафету. И Йоджи Анджу, ну это некорректно и некрасиво он делает. Я думаю, что сейчас, если удастся Салману дотянуться до канатов, то Анджу не поздоровится. Но самое главное сейчас либо дотянуться, либо передать эстафету. Удалось! И вот сейчас Салман Хасимиков будет мстить. Нет, мстить будет Виктор Зангиев. Ну и сейчас будет весело. Испугался. Не хочет драться с Хасимиковым Йоджи Анджу. У него личные счеты с Салманом Хасимиковым. Ну что, будет бросать через себя. Попробует это делать Виктор. Но пока Виктор Зангиев находится в захвате в руках у Йоджи... у Казуму Ямадзаки. Перехватывает все-таки руку. Пока все идет в порядке. Все для нас идет нормально. Промахнулся сейчас, рубанул ногой по воздуху Казуму Ямадзаки. Смотрим, что будет дальше. Передает эстафету. Ну, а, соответственно, Зангиев говорит, не хочу с тобой воевать. Хочу воевать с Салманом Хасимиковым. Ну, вполне вероятно, мы скоро это и увидим. Сейчас Виктор немножечко погоняет.
ее Джанжо, а потом уже выпустит на ринг Салмана, поскольку Салману тоже есть что сказать ее Джанжо. Вот так вот, Йоджи. Получи. Сейчас тебя немножечко помучает, Виктор. А потом уже сможешь драться с Салманом, сколько будет твоей душеньке угодно. Заставил Виктор Зангиев дотронуться Йоджи Анжи до канатов. Какие-то попытки Йоджи Анжи пройти в ноги борцу Виктору Зангиеву, они просто-напросто смешны. Бросай, советует Салман Хасимиков. Правильно, надо раскрутить и бросить. Все верно. И сразу же взять на болевой. Абсолютно правильно. Молодец, Виктор Зангиев. Хорошо, он очень раскрутил Йоджи Анжи и бросил на ринг. Ну а что будет делать Йоджи Анжи? Отпустил. Ну и что? Пора Салману Хасимикову показать Йоджи Анжи. А теперь уже Йоджи трусит немножечко. Два очень неплохих удара. Третий провел Салман Хасимиков, но пропускает тоже немало, с чего говорить. Ну неужели? Что ж такое-то? Разбита губа, по-моему, у Салмана Хасимикова. Открыт ему счет. Ага, вот, цель Ямазаки была проста. Цель Ямазаки была проста, как мир. Нанести травму небольшую Салману Хасимикову, а затем выпустить ее Джанжу. Ну а сейчас давайте смотреть и молчать. Вот и все. Вы посмотрите, что делает Салман. Ну что, Йоджи Анжи, ты хотел драться с Салманом Хасимиковым. Получи. Ага. То есть Салман держит Анжо в захвате и передает эстафету Виктору Зангиеву, чтобы тот закончил начатое дело. Анжо пытается убежать. Естественно, сил-то уже нет. И он прекрасно понимает, что еще один бросок может быть последним для него. Наши красавцы показывают. Еще один. Ох, молодец! Виктор Зангиев великолепно ушел от захвата. Берет на залом обе руки. Ну что, и каким образом будет сейчас выходить? Вы посмотрите, вот это чудо! Надо молчать и смотреть все это дело. Закрутил он Йоджи Анжи. Полностью закрутил. И затем взял на излом левую руку. Это было сделано просто великолепно. Давайте еще раз посмотрим и просто помолчим. Сразу же вспоминаются слова Александра Невского: кто к нам с мечом придет, тот от него и погибнет. Главное, не надо было злить Хасимикова и Зангиева. Все-таки неоднократные чемпионы мира, чемпионы Европы, победители различных международных турниров. Йоджи Анжи слишком сильно разозлил наших. Слишком сильно. И предлагает пожать руки. Ну, действительно, это по-мужски, достойно всяческого уважения. Но то, что он сделал сейчас из Йоджи Анжи, просто гордость распирает за наших ребят. Так что чувствуется, что мы пришли в Бусидо надолго и всерьез.